Всем салам, с вами Бро 2 Star. И сегодня я расскажу занимательную довольную историю, как я вернул свой аккаунт с 2000 победами, как я обошел бан. Вот, ну вы смотрите ролик до конца, чтобы узнать много нового. Ну, если будете подписаться и еще поставить лайк, чтобы пускай больше похожего контента, и на колокольчик не забудьте нажать. Ну, ребят, начинаем. Простите, ребят, за простой звук, просто у меня шумят соседи. Ну, короче, IP-сервер будет в описании. Я хотел зайти там в SkyWars. Все, наверное, уже знают, что меня забанили на этот сервер Xenonlobby. Вот, то есть на этом сервере, на котором я сейчас, в принципе, играю. Вот, не знаю, конечно, мы затащим эту катку или нет. Ну так вот, я захожу на этот сервер утром. Хочу поиграть, типа повеселиться на нем. Так как меня забанили, я не мог заходить на SkyWars, но выживать я все-таки мог. И меня сейчас тут чуть не взорвали. Вот, и я хотел повыживать. Вот, я выживал себя спокойно. Меня он что-то вообще залагал, но мы его как-то убили. Вот, и потом я случайно зашел на SkyWars. Типа, я захожу на него, зашел и смотрю, и у меня нету бана. Типа, я просрал вообще позапрошлом моем ролике, я просрал свой аккаунт. И я захожу каким-то образом в SkyWars и, типа, возвращаю его или чё. Я не знаю, как я его верну, я не знаю, что это произошло. И ещё, ребят, я не играю с щитами, поэтому я не знаю сам, как я смог вообще так сделать, типа. Так, сейчас мы этого чувака сейчас убьём. Так вот, я каким-то образом смог вернуть этот мой аккаунт. Не знаю как, но как-то я смог. Вот. И да, ребят, победа. Ну вот, ребят. Поэтому я не знаю, как я смог его вернуть. Типа, ну как-то все-таки увернуть. Теперь видео по SkyWars будут выходить чаще. Вот. И чаще, и чаще, и чаще. Вот. Поэтому заходи, в принципе, на сервер. Я тут каждый день играю. Давайте, в принципе, эту катку доиграем. Вот к этому чего полетим. Ага, он с ПК играет. И да, ребят, я его скинул и сам сдох. Вот, а главное, ребят, не только я вернул свой аккаунт, но еще вернул и Огурчик. Огурчик, а сейчас это мой лучший друг. Вот, вы с ним много записывали видео, ссылка на его канал тоже будет в описании, потом подписывайтесь. С ним выходили ролики, типа, со мной. Вот, и он тоже смог вернуть аккаунт, хотя нас с Огурчиком забанили по 5 дней. Типа, меня на 4 дня, вот. Ну, как бы на 5, но потому что уже не нашел, поэтому вот. А Огурчика на 5. Вот. Вроде бы его за 4 или за чё, но меня вроде бы тоже за 4 какие-то забанили. Вот, ну мы смогли вернуть аккаунты свои. Вот. И поэтому, как бы, тут такая вот, можно сказать, радость. И самое главное, что Мрак, админ этого сервера, создатель его, посмотрел мой ролик. И, скорее всего, она, наверное, даже нас разбанила. Вот. Мы, кстати, довольно легко всех убиваем. Поэтому давайте я, наверное, катку доиграю и будем уже прощаться. Вот, ребята, у них какая-то тут перестрелка происходит. Так, сейчас мы, наверное, их быстренько убьем. Вот. Ого, нифига. Так, ну давайте мы к ним пойдем. Покажем, кто тут, можно сказать, батя. Изи. Ну и вот, ребят, вот такая вот получилась история. Вот, заходить на сервер и все такое. С вами был Бро 2 Star. Всем удачи, всем пока, ребят.